Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Яно Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванша калпатару ашаки пасинду бхавача патитананг павуне бхавишна вибхьо намо нама мукан кароти вача ланг пангун лангхайти гирим ятки патамаханг банди парамананда мадавам бриндавай тулсидеввай пиявай кешава сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девин Сарасвати Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катха Упадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Парамадакша Джагодварун Дхайям Сада Парибхавагна Вавиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусати Чаруна Равиндам Яд пада паллавана качанда мани чатая Бисфуржита камапика павадуша дарш Пурнану рагра сосагра сармурти Сарати кама и када кам караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита фужо канака бодату Шанкиртаной капитаро камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат прия каро Каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Асурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманага мада пахарам Варанаси Пурапати Бхажави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшми Яшача Бхакшаси Ясьястхиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Tavad Brahma Katha Mukti Padabhi Tavad Natikti Bhavit Tavad Chap Vishinkharatna Mahate Naloka Vida Sthiti Tavad Sastra Vidam Mitha Kalakala Nana Bahir Vatmasu Sri Chaitanya Priyajana Yavad Na Diggacara Tavad Brahma Katha Mukti Padabhi Tavad Natikti Bhavit Tavad Chap Vishinkharatna Mahate Naloka Vida Sthiti Tava Sastra Vidam Mitaha Kalakala Nana Bahir Vatmasu Sri Chaitanya Priyajana Javad Na Diggacharaha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that to get rid of history Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал, что избавиться от истории, аллегории, это есть настоящий баджан. И вот избавиться от истории, аллегории, это есть настоящий харибаджан. Мы думаем, что мы совершаем харибаджан, но на самом деле мы не свободны. Нет привязанности к истории и аллегории. Что такое история? Это воспоминание о потоке событий в этом творении. Это зовется историей. Аллегория, обусловленные души, они... Они планируют что-то, что не сбываются их мечты, и это они не сбываются, поскольку хотят стать счастливыми, и поэтому хотят видеть какие-то эти, ну, живут в мечтах. Мечтатели. Это такое иносказание. И вот они, кто-то говорит, чтобы... Ну, кто-то был практичным, но не всегда практичным. Но практично совершать харибаджан, это более практично, чем делать что-то еще. Но они не могут понять это. Серия мыслей проходят в их сердце, в их уме. Иногда они чувствуют счастье или, наоборот, какие-то несчастья. И вот они так живут. В Вишну Пуране мы можем видеть шлоку, где говорится, вот в Вишну Пуране мы находим эту шлоку. Парашакти. And Parashakti can help us, может помочь нам, but cannot help at present. No. Parashakti, Vishnu Shakti, Parapraktha. And there is another Shakti. И вот есть другая Shakti, зовется Татастра Shakti, Jiva Shakti. And another is и другая Maya. Вишну Шакти Пара Практа Кхетругья Кхиата Пара Авидья Карма Саньяна Авидья Карма Саньяна Титья Шакти Ришвати. Это Майя Шакти. Есть Майя Шакти, она бесконечна. Майя Шакти so powerful. Майя Шакти настолько могущественна, что то, что нереально, мы думаем, что это реально. Она представляет не настоящие вещи реальными.
И такая силония адьяс на санскрите, то, что не правда, представляется правда. И поэтому много раз я говорил. Наша душа, атма, не имеет связи с этим материальным миром. Нет связи с майей. Она чинмой, полностью трансцендентна. У нее нет никакой связи с майей. Но они вынуждены думать, что у нас есть связь с майей. Я в тот день говорил, что когда мы осознаем сварупу нашего материального наслаждения, если мы осознаем сварупу материального наслаждения, то вы почувствуете безразличие к нему. И в тот день, когда вы поймете настоящую сварупу наслаждение, то вам будет безразличное к нему, безразлично все это. Но не все могут это сделать из-за влияния майи. Мы не привязаны к лотосным стопам Гуру Вайшнавов, иначе это было бы возможно. И много раз я говорил, что служить Гуру Вайшнавам, Гуру Падме, это возможно для нас очень просто избавиться от майи. И вот можно легко избавиться от майи, но не все, далеко не все могут. На пути нашего баджана стало большим делом избавиться от майи. И вот большая сложность для многих избавиться от майи. И вот люди день и ночь борются, пытаются избавиться от влияния майи, но это не так. Это на самом деле просто всего лишь первый шаг на пути баджана, без которого харибаджан не может начаться. Но мы заняты с этим. И вот люди пытаются, но у них, как правило, редко получается. Вот такие обусловленные души, они туда-сюда они как-то бегают, и никакой стабильности на пути баджана не обретают. На самом деле, есть бесконечные шакти Бхагавана. Но категорически можно... Первое – Сандини, Самвит и Хладини. Сандини, Самвит и Хладини. Мы можем их категоризировать. И вот с помощью Сандини Шакти, изначально Сандини Шакти, поскольку изначально Сандини Шакти на Вайкунтхе не в материальном мире. Ну, так или иначе, она здесь есть, но в форме тени. В форме той Сандини Шакти. И вот много преданных начали спрашивать Шрилу Бхактивинода Тхакура, что вы имеете в виду под майей. Каждый говорит майя, майя. Мы не можем понять настоящее значение майя. Очень мы хотим какое-то конкретное, точное значение.
И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, и вот антаранга шакти, и вот вечная шакти, Саруп шакти — это изначальная шакти Бхагавана, и кроме нее есть другая шакти. Мы чувствуем, что она есть в материальном мире. И кроме этой шакти, мы чувствуем другую шакти в этом материальном мире, как она есть. Но без этой изначальной шакти, эта шакти не имеет существования. Бхагаван, он... But except that, we feel as if another Shakti there in material world, all many Shakti. But without the existence of that Shakti, в общем, есть другие Шакти в этом мире, но без существования, то есть в Шакти мы не можем найти существование этой Шакти. И это зовется Майя Шакти. That is called Майя Шакти. That's mean, it is clear. Это ясно, что Сварупшакти там, и тогда мы можем эту Сварупшакти. Тень значит, надо что-то нереальное, просто тень чего-то, но тень, она показывает нам, что если есть тень, то тень чего-то, какого-то изначального объекта. Хотя мы можем его не видеть, но если видим тень, можно прийти к такому выводу, что тень значит, что чего-то тень. И хотя бы мы это видя тень, мы можем понять, не видя самого объекта. Это очень практично. И вот Говинда, он находится в вечной обители. И есть Сваруп Шакти. Но если Сваруп Шакти есть, то какая-то тень, подобная тени, это зовется Дурга. Она помещает вас в тюрьму, буквально. Это обязанность Дурги поместить все обусловленные души в тюрьму. И Майя наказывает нас, иногда дает какую-то боль или блаженство. Почему Гуру Вайшнавы, они не за... Они не задеты этими проблемами, поскольку они не находятся в этом материальном мире, хотя внешне может выглядеть, что они тут, но на самом деле нет. По своей сварупе они находятся в трансцендентной обители. Может выглядеть, что они подобны нам, но это не так. В Бхагаватам говорится, когда вы достигаете наштики бхакти, в этом случае раджа тамасатва гуна, она не задевает ваше сердце. Sthityam satye prasidati. Cheto etoir anavidham, untouched.
И вот что говорить о чистых преданных Сидда Махатм. Если мы достигаем уровня Настика Бхакти, то вы почувствуете все. Вы можете обнаружить это в вашей жизни, когда вы достигнете Настика Бхакти, то в этом случае, если есть какие-то материальные качества, материальное влияние, хотя бы немного, но они не беспокоят вас. И вот они не беспокоят вас. Как змея, если убрать яд из змеи, то она уже становится безопасна. И вот в таком состоянии мы можем почувствовать что-то, поскольку наша концепция, наше сердце и все остальное может принять Кришну как центр, как и все, и все, то есть Кришну можем сделать центром всего. И все будет, наша деятельность будет вращаться вокруг Кришны. И когда мы думаем о Кришне, то, естественно, мы чувствуем какое-то прекрасное чувство. Прасидати значит какое-то блаженство, счастье. Это нематериальное счастье. И вот мы видим Сварупа-шакти, там и Шеду здесь, и это там тень, в смысле, этой Сварупа-шакти зовется Дурга, и Дурга, она и являет все это. Каждого ловит буквально и держит в тюрьме этого материального мира, и после наказания, если она может обнаружить, что все стало хорошо, эта дживатма хочет совершать харибаджан, то она отпустит такую душу из этой тюрьмы материального мира, но не перед этим. И вот мы видим Сандини-шакти, Самвид-шакти и Хладини-шакти изначально присутствуют на Вайкунтхе, на Галоке. И вот есть изначально Сандини-шакти, с помощью которой весь Апракрита мир, он построен. То есть мы говорим о концепции, но это как бы вечно существующее. Сейчас мы не можем понять, что Бхактивинода Тхакур говорит. Мы в этом материальном мире, в этом материальном мире времени, и вот находясь в этом мире, время течет, и сложно как-то что-то представить за пределами этого временного лимита, это невозможно. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда бы мы не
выразили какую-то апракрита бхаву, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если мы выражаем какую-то апракрита бхаву с помощью этого материального мира, какое-то осквернение приходит и делает это невозможным. И вот Сандини Шакти, с помощью Сандини Шакти, весь трансцендентный мир, все есть. И вот эта тень того, тень Сандини Шакти, она помогает нам развить материальные технологии, науку и все остальное, с помощью которого происходит это материальное развитие. И вот и все на этом основе, на этой основе как бы строится, происходит. И вот с помощью Сандини Шакти мы можем видеть все это материальное, что происходит. Это все происходит с помощью Самвид Шакти. Самвид значит знание, изначальное знание, оно там в изначальной даме. С помощью этой Самвид Шакти мы можем развить связь с Кришной, Яшодой, Нандой. That is, or whatever thing happened, or sense of relationship, everything, all done by Shambhit Shakti. Все это творится с помощью Самвид Шакти, от науки, технологии. All for all our relationship, husband, father, mother, lady love, whatever relationship in material world, all is a magic spell of that. И вот с помощью Хладини Шакти в трансцендентном мире все, все преданные, они развивают такую связь с Кришной. Это называется Хладини. Если Хладини нет, это невозможно. Хладини значит ананда, блаженство. Говоря искренне, никакое создание, творение в этом материальном мире не хочет жить без ананды, даже комар. Он не хочет жить без какого-то наслаждения, и поэтому и вот наслаждение, оно должно быть, оно есть, и поскольку без наслаждения никто не хочет жить. В трансцендентном мире трансцендентное наслаждение, в материальном мире материальное, но оно должно быть анандам брахма. Брахма Самхите, Веданте, в Упанишадах. И вот без расы, без ананды, наслаждение никто не хочет жить, но разница в том, что материальные материалисты заняты материальным наслаждением, а трансценденталисты трансцендентным наслаждением. И вот в этом материальном мире любовь между мужчиной и женщиной, матерью и ребенком, отцом и ребенком, все это строится на основе Хладини Шакти. Хладини Шакти дает нам вдохновение что-то делать, наслаждаться.
Она может позвать нас. Я говорил, Майя Деви может сконцентрироваться на вашем текущем наслаждении. Майя Деви может ослепить нас, что мы не будем видеть последствия этих наслаждений. И вот наслаждение есть, и поэтому все бегут за ним. Но мы очень заинтересованы в трансцендентном. Поскольку материальная ананда день за днем может нас в ад сбросить, а трансцендентное наслаждение поможет нам достичь той вечной духовной обители. И вот я говорил вчера или в предыдущие дни, что как Бхагаван Шри Кришна объясняет Удаве, что есть два пути. Первое, естественно, почувствовать влечение Кришны и прийти к Нему. Второе, нужно следовать определенному пути, правилам и предписаниям. Потом мы сможем очистить себя и достичь этого уровня, это тоже возможно. Но другой путь, естественно, мы будем чувствовать влечение к Кришне, прийти к ним, сможем прийти к Нему, это тоже возможно. И вот вопрос. Если кто-то спрашивает, что вы имеете в виду под Гауди Бхаджаном, если кто-то спросит меня, что значит Гауди Бхаджан, и тогда, согласно Гурги Шурдас Бабаджи Махараджу, Гауди Бхаджан значит, мы должны плакать с начала до конца. И это вот буквально определение Гауди Бхаджана в двух словах. А если хотите получить объяснение, наш особый Гауди Бхаджан под руководством Махапрабху, то тогда я могу сказать несколько шлок, чтобы понять любовь между Гопи и Кришной, которая есть наша наивысшая цель. Это я могу объяснить с помощью одной шлоки. That is the synopsis. Это синопсис. Суть всего Гауди Бхаджана под руководством Гауранги Махапрабху. И объект нашего бхаджана Нанда-Нандан Шри Кришна и Вриндаван, в котором он находится. И как? Какова процедура? И вот этот и гопи показали своей жизнью пример, которому мы должны следовать. Тот путь, показанный гопи, это наивысший, наилучший путь. И в итоге, что мы обретем, это брема. Самбандха, Абхидея и Прайоджана. Если вы не развиваете эту самбандху, Абхидея и Прайоджана в вашей жизни, то тогда ваш бхаджан бесполезен. Почему много борьбы происходит в политике? Поскольку
они не развивают самбанту Абхидею Прайоджана. Любое общество, я не критикую кого-то, это не вопрос критики. Это не время критики, поскольку мы все буквально умираем, весь мир горит, находится посреди огня, кто сможет защитить кого-то, какой смысл бороться друг с другом. И вот я не с таким настроением не говорю, а говорю с тяжелым чувством боли. Если мы разовьем эту самбанту Абхидею Прайоджану, то тогда мы сможем осознать наши обязанности. И все наши споры, борьба друг с другом, она пройдет автоматически, но это не случается. Почему? Поскольку дикша не совершенно, наш этикет, поведение наше несовершенно, Харинам тоже не совсем совершенно. Мы повторяем, где опять же Харинам и дикша тоже часто бывают получены от недостойных гуру, и это не дает нам вдохновения. Мы что-то можем делать силой, но естественно, если это не исходит из сердца, как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами хорошо ходил, слушал Харикатху Шрилы Прабхупады с великим вдохновением. Даже однажды его укусил скорпион на выходе из дома, и он все равно пошел слушать Харикатху. А сейчас воспринимают Харибаджаны и Харикатху каким-то дополнительным неважным предметом. И нечто очень важное, то, что если мы чувствуем разлуку от Бхагавана или Гуру Вайшнавов, это даст нам успех в нашей жизни в тот день, когда мы почувствуем чувство разлуки от Бхагавана, Гуру Вайшнавов, то тогда мы достигнем успеха на 100%, но это не случается. Но мы чувствуем боль разлуки, когда мы разлучаемся с нашими близкими, отцом, матерью, друзьями, или деньгами, или еще чем-то, к чему привязаны, мы чувствуем разлуку. И вот любая материальная разлука, например, кто-то, у кого-то умерла сестра, и человек сожалеет об этом, или отец и мать, и так иначе любые материальные в общем, разлука с чем-то материальным, она поместит нас в океан майя, что бы это ни было. И вот любое чувство разлуки, которое мы чувствуем здесь, в этом материальном мире, может взять нас и бросить нас в океан страданий. Но если я чувствую разлуку от Гуру Вайшнава Бхагавана, и будьте уверены, это чувство разлуки может помочь нам достичь той вечной обители. Почему Вайшнава? Они следуют празднуют Вираха Утсав, праздник разлуки буквально. Почему? Как такое возможно, как чувство разлуки? Разлука — это чувство боли, в конце концов. Как можно его праздновать? Поскольку для них, для Вайшнава, Вираха — это тоже праздник. Праздник такой сладкой разлуки, когда для нас
для обычных людей праздник, обычно отмечают день рождения детей и прочих родственников. Но если люди слишком привязаны к этому, то ничего хорошего не происходит. И вот любые материальные связи, чувство разлуки, которое мы в этом мире испытываем, оно может бросить нас в океан Майи, в то время как, если знаю, это невозможно. Но если мы чувствуем какую-то разлуку с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, то будьте уверены, мы получим буквально зеленый свет на пути нашего бхаджаны. Поэтому мы соблюдаем вираха-махотсав, поскольку наше вираха значит, мы должны думайте о Бхактивинода Такуре. Мы чувствуем разлуку, чувствуем боль разлуки. Естественно, вопрос разлуки может возникнуть, когда вы встретитесь с этим объектом, если нет связи, если в вашей жизни вы не встречались с Шрилой Бхактивинодой Такуром, то вопрос разлуки не возникает. Если вы никогда не встречались, не обязательно физически, даже не говорю об этом, если кто-то спросит меня, видел ли я Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Такура, что я скажу? Скажу, что не видел, это ложь. Если скажу, что видел, то тоже не совсем правда. Почему? Поскольку с помощью Гуру Варги, Гуру Дева, Шрилы Прабхупады, я развил это шакти видеть лотосные стопы Шрилы Прабхупады. И поэтому я не могу сказать, что я его не видел физически. Я, может, его не видел, но я видел его Вани Сварупу, его учение с помощью Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа. Если я скажу, что не видел, это ложь. Если я скажу, что видел Шрилу Прабхупаду, кто-то подумает, что физически я видел, это тоже неправильно, поэтому что ответить — большой вопрос. И вот, ваше чувство разлуки зависит от важно, встретитесь ли вы с этим объектом или нет. Если нет, то ваше соблюдение вираха титхи ложное. Если вообще вы никогда не встречались с объектом вашей разлуки, как Гурудев, например, мы видели Гурудева, получили посвящение от него. Каждый может заявить, что он видел Шрилу Бхакти Прамода Пуридев Госвами Махараджа, но на самом деле большинство из них слепы и не видели, и не видели даже ничего, что связано с Шрилой Бхакти Прамодом Пуридев Госвами Махараджа, что говорить о нем самом. Хотя некоторые люди заявляют, что видели, даже служили ему, но, к сожалению, это далеко не всегда так. И вот, к сожалению, такой негативный аспект, он преобладает от такой подлинной концепции. Редко можно встретить. И вот поэтому нет вопроса нашего чувства разлуки. Оно, если у нас не было встречи с этим объектом, как мы можем чувствовать разлуку с ним? И поэтому даже сейчас, если я соблюдаю вираха титхи Шрилы Бхактивинода Такура или Шрилы Прабхупады, я удачный или нет? Это зависит
только от одного. Встретился ли я в Пури, встретился ли я с ними или нет? Видели ли мы их Вани Сварупу, их олицетворение, их учение, это главное. И вот с сегодняшнего дня, если кто-то решит плакать о Кришне, чувствовать разлуку с ним, то это глупо, силы нельзя такого, такое делать, это глупо. Можем молиться об этом, пытаться, но получите ли, если такое чувство приходит с помощью чистых гуру вишнав, враджаваси и прочее. И вот это зависит от того, какую связь, какая связь у меня с ними. И вот вчера я говорил, и после этого я сказал, что есть шлока. Я хочу сказать вам о ней, что Бхагаван Шри Кришна сказал Удаве. Instruction given there in different shastras, rules and regulations. Agya vayvam gunanu vishtanu upi shakanu dharmanu santyagyo yah sarvanu maam bhajeto sa shakta maha. Bhagavan himself going to perform. И вот сам Бхагаван подтверждает, что кто сад. Сам Бхагаван начал объяснять, кто сад. То саттара и саттам. Позитивное, хорошее, лучшее, наилучшее. И вот Бхагаван объяснил. И вот он говорит, хотя в различных писаниях и в других местах мы можем найти наше наставление, и вот это мое наставление. И вот, да, хотя я дал наставление в различных шастрах, но в соответствии с особых, в соответствии с нашим чувством, мы... Я не говорю об условных душах. Пытайтесь понять, я говорю о возвышенных, преданных, те, кто... Для них Бхагаван говорит, когда они видят эти ограничения, правила, предписания, они не подходят для них. И вот если они видят эти все правила предписания, не могут из-за них совершать с всем сердцем, Бхагаван говорит. И поэтому я начал с этой шлоки. И вот вы можете почувствовать хорошо себя, когда будете говорить о Брахма-катхе или о мукте. И вот вы... Like the case of Sarvam Vartajaju.
как вот в случае с Сарвабхаума Бхаттачари. Сарвабхаума Бхаттачари, он сидит перед Бхагаваном, говорит с Бхагаваном, но не может понять, что он Бхагаван. Но не может понять, что он Бхагаван. Сколько он хочет дать какой-то совет Сичитани Махапрабху. Ты молодой мальчик, получил саньясу, это очень сложно, как ты можешь ее соблюдать. Поэтому я хочу помочь тебе. Хочу рассказать тебе мое понимание Веданты. Поэтому приходи завтра, будем читать Веданту. Я помогу тебе зайти на путь Адвайта Веданта Марга, и тогда ты будешь чувствовать безразличие ко всему. И вот смотрите, он находится перед Махапрабху Паракилешваром, но говорит так, почему? Поскольку он слеп. И поэтому не может видеть, что и что. И этот Сарвабхаума Бхаттачарья, он, Гопинатхачарья дал ему наставление, когда он начал спорить с Гопинатхачарья. Гопинатхачарья, он сказал так, когда он начал спорить с Гопинатхачарьей, Гопинатхачарья только сказал, что тот случай, тот день, когда вы поймете с помощью милости Гуру Вайшнав и Бхагавана, вы поверите то, о чем я говорил, поэтому я не хочу спорить с вами. И пускай время придет, я не заинтересован спорить с вами. И по желанию Гопинатхачарьи, Махапрабху находится внутри его сердца и видит, что Гопинатхачарья хочет, чтобы сердце этого бессердечного Сарвабхаумы изменилось, и поэтому я сделаю что-то. И вот он сидит перед Сарвабхаумом Бхаттачарьей и слушает Веданту. Но в итоге что случилось? И вот когда он обнаружил, что он увидел, обнаружил, что он глупец, и осознал свою глупость, и чтобы искупить ее, он начал произносить сотню шлок. Ну вот, вот эти шлоки. Никто написал, тот же Сарвабхаума Бхаттачарья. Он сам сказал, раньше я гавкал подобно собаке или шакалу. Но сейчас мое настроение сердца полностью изменилось. И вот он говорит, Kipam Budiryas Tamaham Tam Aham Prapatte. Now I am going to submit 100%. You are the ocean of mercy, infinite ocean. When Atma Ramas Chamanayo Nirgantya Pyuru Kramiti Soka came, this discussion took place.
И вот Сарвабхама хотел много чему рассказать, но Махапрабху хотел дать такой ответ, чтобы Сарвабхама-ачарья понял, что кроме Бхагавана никто не может привести такой аргумент. И вот Сарвабхама понял, что кроме Бхагавана никто не может привести такой аргумент, и он принял его. И вот в Бхагаватам говорится вот эти слова. И вот он даже эту шлоку хотел чуть изменить, вместо мукти-бхакти поставить. И вот другая шлока, в ней говорится то, что и вот Махапрабху говорит, и в итоге говорится, Дживето Муктипада Садайбак, но и вот Сарвабхама-ачарья пишет, сейчас я не могу сказать муктипад. Почему? Почему? Мукти, если я думаю, если это слово приходит, но приносит мне боль, лучше. Можно вот так вот понимать, что мукти пребывают у лотосных стоп Бхагавана. И поэтому муктипад можно так, да, я знаю, но знаю, что ты хочешь сказать, но все же не могу. И вот для меня это невозможно, хотя согласно Гаудия Сиддханте, муктипад значит бхактипад. Сарвабхама-ачарья в этом смысле прав. Мы знаем соответствие с Гаудия Сиддхантой. И вот хотя он говорил мукти, но значение бхакти было. То есть с помощью Сагоди философии понять. И вот там говорится, что в общем, по сварупе это бхакти. Когда вы достигли своей сварупы, мукти имеется в виду, настоящего мукти, то по сути это бхакти. И вот Бхагаван говорит таким образом, то, что может быть много наставлений в писаниях, но главное, вы будете чувствовать, что все наставления, они препятствия на пути вашего служения. Если вы делаете то, как я говорю, то мне нравится это. И вот Бхагаван дал ему титул Саттама. Бхагаван
Dharman sante yuya sarvan mam bhajeto sa saptamah. Those who are going to, и вот те, кто avoid some rules and regulations, избегают правил, предписаний, которые предписаны шастрой, и движутся под влиянием любви, Бхагаван очень приветствует это, он одобряет это, говорит с вот этим титулом Саттама. И вот сейчас, не надеюсь, мы поняли эту шлоку. И вот до какого уровня можно чувствовать себя счастливым, говоря о Брахме. Но сам Бхатачарья сейчас, пытайтесь понять, почему я говорю так много вещей, сам Бхатачарья сейчас чувствует, неприятно даже повторять это слово мукти. Ему противно. И вот смотрите, это шлока. Почему? Поскольку Сарабхама Бхатачарья наслаждается милостью Гуру Вайшнава, милостью Гопинатха Ачарьи и Махапрабху. И все материальные правила, предписания. И, в общем, все эти материальные правила, предписания какого-то общества, правительства, они таким великим преданным, как Гоукиша дозвал Джамахараша, но не применимо. Поскольку они действуют под влиянием естественного чувства любви к Кришне. И вот все правила и предписания этого общества для таких великих преданных — это преграда для их чистого служения, поскольку их сердце всегда устремлено к Кришне. Обычно люди стремятся к Майе. They are feeling disgusted. Because they are naturally, their heart running towards Krishna. They are doing seva. Their heart and
И вот для таких преданных Кришна — это сердце и душа всего. И вот одни пандиты в Навадвипе, я спросил их, говорил, повторяйте Харинам. Да, будем повторять, но они как бы все знают, но знаете, делать разные вещи. И вот они спросили мне, мало даже я как бы поднес его Гуранги и что-то дал им. Но Харинам повторить они так и не начали. И вот эти пандиты, они в этих, ну, заинтересованы в каких-то материальных вещах, материальном знании, философии. А гуру Вайшнавы, они не стремятся к каким-то материальным почестям и достижениям. Если вы скажете, что чистые вайшнавы, они гениальны, они не будут гордиться или сказать, что они звери, они тоже не обидятся. Is not going to touch their heart because they are less interested about love, puja, bhajan. This is the condition. So you see, different pandits, they can fight with each other on some particular point. They can fight with each other. No, this is not good. They are all this good. No, it's right. No. И вот один пандит переспаривает другого, другой третьего и так далее. Махапрабху, он уже показал такую лилу, что нет никакого фундаментального блага в этом. Просто теряем мы время, энергию на это, на каком-то бессмысленных попытках кого-то переспорить. И вот когда Мукунда увидел, что Нима идет, он перешел на другую дорогу. Тот спросил, почему. Махапрабху спросил каких-то учеников, почему он так сделал, не знаю. Я всегда люблю логику, и он не хочет, он преданный, не хочет спорить со мной, поэтому обходит стороной. Махапрабху иногда задал вопросы так называемым пандитам. И после этого Махапрабху сказал, Again, I can establish. You see, Mahaprabhu, see, one time asking, you can establish it? Yes, I can establish.
I can prove this wrong. You can prove? Then Mahaprabhu says, wrong. Oh, really, it is wrong. You don't understand. Again, I can establish this. Again, Mahaprabhu establishes. Again, Mahaprabhu says, oh, really, now it is okay. You don't understand. Again, I can break this, you see. This way Mahaprabhu used to play. Wanted to show us. И вот Махапрабху, когда был студентом, он хотел показать нам, что логика не имеет никакого смысла. Мы хотим верить только в Гуру Вайшнава. Шаута Панта более практична. В нашем... Если я игнорирую Шрилу Прабхупаду, я никогда не смогу утвердиться на пути Бхаджана. Это невозможно. Это здравый смысл. И вот я уже говорил. Это все внешняя бхакти, это функция нашей души, естественное состояние нашей души. И вот пока мы не встретимся с Чайтанья Прияджаном, с подлинным преданным сочетанием, мы будем спорить до тех пор, пока мы, а когда мы встретимся с таким возвышенным сердцем, возвышенным преданным всем сердцем, и если наше самопредание совершено, то это самопроявленный вайшнав может проявить свою славу, самопроявленную славу. И тогда вы оставите путь каких-то почетов, борьбы и еще все остальное. И Бхагаван Шри Кришна, он хотел сказать Удаве, о Удав. Это чувство любви во всем материальном творении, его нет. Нигде нельзя найти, это только внутри Враджа-дхама. Какое чувство любви у них. И вот. И вот когда я был взят Акрур, Мадхуру, и тогда ситуацию я не могу объяснить. И в то время, какое чувство я чувствовал, это невозможно. Когда я был взят в Мадхуру, они все были подобны мертвым, но все же они жили. С великой надеждой, что когда-то они встретятся с Кришной, но думали, что вся Кришна может и не вернуться. Я говорил, very costly. Diamond, a so precious jewel. Somebody fighting, killing, taking place. Because if somehow this jewel, somebody getting,
И вот можно иногда видеть, люди борются, убивают друг друга за какие-то драгоценности. И вот гопи думают, что Кришна — это наше сокровище, единственное сокровище. И вот они пошли в Матхуру и думают, что Кришна может не вернуться, и они готовы умереть перед этой колесницей Кришны. Все во Ваджадхаме, все, что бы ни происходило, когда они теряют меня, когда я был за Матхуру, они чувствуют, что они чувствуют безразличие ко всему. Без Кришны все пусто. Без Кришны все пусто. Смотрите, это правильное применение. И вот это практично. Практически Шриман Махапрабху, где гопи? Где гопи? Почему их не видно? И поэтому Махапрабху хочет показать нам практично, что это зовется гопи баба, это зовется гопи баба. И вот Гуру Вайшнава, когда уходит из этого материального мира, кто же заполнит эту пустоту? Деньги ушли, могут прийти, но Гуру Вайшнава, когда уходит с этого материального мира, эту пустоту уже никто не заполнит. Кришна ушел, кто заполнит эту пустоту? Это невозможно. И вот нет объекта в этом материальном мире, который может заменить Кришну. Все Кришна — это Кришна, никто не может заменить их. И вот мы должны понять, что Бхагаван говорит: они не чувствуют себя счастливыми. И вот tomorrow again go further. So
И вот смотрите, каково учение Бхагавана Шри Кришны, что он хотел дать Удаве. Очень сокровенное. Очень глубокое чувство там. Если мы не способны погрузиться внутрь этого чувства, то наше слушание внешнее. Мы должны погрузиться вглубь всего этого. Sangbad was good, but the last teaching of Uddhav is also very excellent, excellent. Tavad brahma katha mukti padavi tavad natikti bhavit tavad chapi vishinkharatamayatena loka vedasthitihi tavad sastva vidam mitaha kalakala nana bahir batmasu sri chaitanya priyajana javadana diggacharaha vancha kalpaturvasya kipasindu bhavishya patitanam pavanibho vaishnabhyo nam. Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Кришна, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare, Hare Кришна, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама, Hare Кришна, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare, Hare Кришна, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама. Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari bol, 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 Nitai Gaur Hari bol. Hari bol, Hari bol, Hari bol. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari bol.